Здравствуйте, друзья. Наш зритель спрашивает, где я беру столько энергии, и что вот ему часто приходится общаться с негативными людьми, и это очень там тяжело, депрессивно, и вообще как не стать черствым человеком, когда вот общаешься много вот с негативом. Я бы так сказал, все-таки люди разные рождаются уже изначально. Вот мы все разные, у нас разная генетика, у нас разный там психический уклад. Поэтому я, сколько себя помню, всегда был веселым и жизнерадостным. Я просто родился таким. Понимаете, я ничего специально не делаю. Я знаю людей, которые независимо ни от чего мрачные. Я знаю таких, которые же родились у меня на глазах. И вот они родились мрачные, и они до сих пор мрачные. Поэтому что ты сделаешь-то? У меня студент один был. Он такой, знаете, с таким недовольным лицом. И я ему говорю, а что ты не улыбнешься никогда, как ты ходишь мрачный? И он там мрачно мне говорит, а что улыбаться-то? Повод, где улыбаться? Понимаете? Поэтому, что ж тут сделать? Но если мы возвращаемся к вопросу о том, что с негативными людьми, и вот о черствости, давайте мы сначала о черствости. Дело в том, что если ты имеешь дело с чем-то вообще негативным в больших количествах, это тоже не каждый выдержит, с одной стороны. Например, вот я смотрю просто с замиранием сердца вот на людей, которые там с пожилыми, с больными, с, я не знаю, с детьми там, ДЦП там, аутичные и так далее. Я думаю, боже, сколько же нервных сил надо, чтобы вот так спокойно работать вот с детьми, с больными. Я вижу психологов, я вижу психиатров, я вижу сиделок и так далее. Как сложно. Я понимаю, что я бы не смог, честно. Я даже не могу себе представить в этой роли, мне жутко делается. Я не могу чужую боль видеть, мне плохо от этого. Но дальше что? Дальше есть все-таки некоторый профессионализм, что ли. Вот, допустим, если врач должен делать операцию по спасению жизни, и там где-то больно, где-то неудобно. А вот, смотрите, вот, допустим, я не знаю, роды принимать. Да, и там человеку реально больно, плюс он под стрессом диким. В советское время, например, я не знаю, как сейчас, в советское время на рожениц орали. То есть вот она там, и как-то они, что ли, затихали, что ли, даже, я не знаю. Может, это прием психологический, даже я не могу сказать. Но, но все-таки, если ты это каждый день видишь, и твоя работа спасать людей через боль, через массу там неприятных вещей, это не значит, что ты перестал чувствовать чужую боль. Это значит, что ты научился, так сказать, нормально функционировать, эффективно функционировать вот в этих вот условиях. Это не делает тебя черствым. Это делает тебя не таким чувствительным, как когда ты первый раз видишь и там, я не знаю, первый раз кровь увидел, там в обморок упал. Ну да, но если ты врач, то ты, значит, соответственно, научаешься. Поэтому я не думаю, что именно речь идет о черствости. Хотя, конечно, мы знаем, что есть люди черствые, есть люди, которые там... я помню один тоже медик, значит, ему там бабка, знаете, там 80 лет. И она говорит, сыночек, мне вот тут болит и тут болит. И он говорит, иди, говорит, бабка, иди, мне больше твоего болит. Говорит, что ты ходишь тут? Иди. Вот, я такое тоже видел, знаете, но это... Что теперь сделаешь? Да, но он тоже насмотрелся на бабок, конечно, я понимаю. Но я вам, знаете, что расскажу? У меня отец был прикреплен, он как бы обслуживался в госпитале МВД в Москве, когда мы там жили. И у него была проблема, которую они не могли, не хотели, я не знаю. Но, в общем, не решалась проблема. И он как-то, он как бы гордился, что он в хорошем госпитале, там, знаете, военные, там, все дела. И что у него есть вот такая привилегия, да, даже на пенсии, когда он в отставке. И однажды, это было уже в начале 90-х, это было то, из-за чего он уехал оттуда. Он не собирался уезжать. И он приехал в госпиталь, там ему больно было, и там что-то у него, проблемы были с сердцем, там много всего. И ему говорят там, ему говорят, ну что вы сюда ходите? Здесь же не дом престарелых, говорит, ну что вы, вам, говорит, вам на покушать не хватает, там, что, зачем вы пришли? И он 33 года прослужил. И вот это его добило. Он сказал, ладно, поедем, сказал он. Потому что не мог вот этого вынести, вот этой, вот этой черствости, да. Допустим, ты не можешь медицински помочь, но уж хотя бы
Вот, вот не так же. Вот на светофоре стоит гугловская машинка, крутит. Видите, она такая. Может, вам видно было вот здесь прямо. Да, написано Google на ней. С водителем, с водителем. Сова пока так не ходит. И, значит, черствость. Есть люди вообще черствые, ну что же тут сделаешь? Это уже не от профессии зависит. Есть люди черствые. Значит, как защищаться от негатива, когда ты находишься среди негативных людей? Ну, вот мой путь, который я нашел для себя, слава богу, что там уже года три скоро будет, где-то в марте уже 3 года, так время летит. Вот я 3 года назад, значит, начал ходить там на такой кружок по эзотерике. И оказалось, что я восприимчив к этому всему, и независимо от того, что вы думаете там о научности или там не научности, но субъективно мне гораздо проще стало. Я там какую-нибудь медитацию там сделаю, и вперед, и настроение, не то что настроение, сбрасывается груз вот этой чужой энергии, которая на тебя в течение дня, она нахлынывает. Есть люди, которые, ну, просто какие, вампирят по-черному, а есть люди, которые так вроде хорошие, нормальные, но у них тяжелая полоса, понимаете, они переживают. Это тоже вот ложится, и ты можешь в течение дня нахлебаться сколько хочешь этого. А если в класс ты заходишь, то там, представляете, вот там сидит 30 человек. И особенно, когда уже на выходе они, значит, они боятся того, что они пойдут сейчас на рынок, они должны проходить интервью, они должны что-то там рассказывать, и это непривычная ситуация. И это вот как бы такая стрессовая. Вообще интервьюирование, то есть прохождение интервью, точнее, это стрессовая ситуация. Ну, я, кстати, вам давайте смешной случай лучше расскажу, потому что во всем этом есть масса веселого. У нас есть девочка молоденькая. Вчера мне говорят, знаешь, вот там офер получила девочка. То есть, ну, я довольный, вижу, она там где-то по коридору ходит. И я ей говорю, да. Да, я ей говорю, вот, поздравляю, офер. Первый, она недавно в Америке, первый офер. И она говорит, ну да, говорит, ну так что-то, говорит, как это мало денег ей дали, я не понял, там, $20. Ну что-то такое, действительно, маловато. И я говорю, ну вам что там, прислали по имейлу или там, в какой форме? Она говорит, мне, говорит, в устной форме. И говорит она, и там дальше как бы так, пользуясь, так сказать, знанием английского языка, она говорит oral job offer. Я говорю, знаешь, говорю, не oral, а verbal offer. Она смотрит на меня так грустно и говорит, знаете, Михаил, он может и verbal, а чувствую себя так, как будто oral. Вот так вот. Да, но она при этом была в хорошем настроении все равно. Вот, так что... Чему я говорю, что каждый человек по-своему с этим имеет дело. Некоторые бросают ту работу, не выдерживают, бросают ту работу, где слишком много негатива на них выплескивается. А некоторые люди, значит, эмигрируют не с одного рабочего места, там, куда-то в другое рабочее место, в компанию, там, а эмигрируют прямо из страны или там из города уезжают, где они живут, потому что им там депрессивно, негативно, они себя чувствуют там. Иногда это помогает, иногда не помогает, потому что от себя эмигрировать невозможно. И кто знает, да, от чего тебе надо эмигрировать. Думаешь одно, получается другое. Это наша студентка идет такая красивая, тонкая, звонкая. Так, отлично. Сейчас будем парковаться. Вот, друзья, уже на подъезде к офису. А уже настроение поднимается. Так. Да. Мое наблюдение такое, что когда старше становишься, очень хорошо работает среди молодежи. Очень влияет на позитивное такое хорошее настроение. Счастливо, ребят!